Я поддерживаю проводимую на территории Украины специальную операцию. Я поддерживаю решение нашего президента о вводе войск для защиты жителей Донбасса и уничтожения нацистского семени, глубоко вросшего в украинскую землю. Наш народ на генетическом уровне не приемлет любые проявления нацизма и фашизма. Слишком много сил наша страна, наш народ отдал в борьбе с этим злом в свое время. Не хотелось бы повторения этих громадных жертв. Поэтому необходимо все делать вовремя. Поддерживаю своевременность данной операции, решимость к выполнению всех поставленных задач. Я и мой коллектив полностью на стороне нашего верховного главнокомандующего, нашего президента. Мы вместе в этот трудный час.